В Емве сотрудник Нижнепогодского ОМВД Александр Бобровский во время обеденного перерыва задержал грабителя, когда подвозил до дома своего сына. Полицейский обратил внимание на мужчину в капюшоне, который бежал по тротуару навстречу. В какой-то момент он вырвал у женщины сумку и бросился на утек. Страж порядка тут же развернул машину и стал преследовать грабителя. На своей машине я, значит, перекрыл ему дорогу, выбежал из машины, он выбросил сумку на землю и стал убегать. Значит, в дальнейшем мною данный гражданин был задержан. Так как он выражался нецензурной бранью и пытался вырваться, значит, мною была применена физическая сила согласно статьи 20 закона о полиции. Загиб руки за спину с удержанием на земле. После задержания Александр Бобровский вызвал оперативно-следственную группу и передал задержанного своим коллегам. Оказалось, мужчина уже находился под административным надзором за разбойное нападение. Сейчас в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело и поместили его в СИЗО. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.